Всем привет! Сегодня 5 сентября. Первый заморозок. Вот так. Сильно проморозило. Ягоды. Такой звук стоит. Шлеп, шлеп. Как костяшки. В прошлом году тоже где-то в этот же период был заморозок. Первый. Вот мне нравится собирать ягоды после морозов в конце уже сезона, когда ягоды мнутся, по идее, а морозы пройдут, и ягода твердая, не мнется, хорошо собирается, перевозить легко. А сейчас, конечно, прохладненько, наверное, где-то около плюс 1 градуса, только начинает отходить иней. Ну, еще не полностью замерзло. Ладно, поработаем. Хожу вот возле дороги, собираю ягоды. Уже второй комбайн. Литров 5, наверное, собрал. Тоже неплохо. Машинка нас обогнала. На соседней теляночке припарковалась. А там старички. Они далеко не уходят, много не собирают. Так, ну сейчас еще вот тут прогуляюсь вдоль дороги. И потом туда далеко надо прогуляться. Сегодня сбор не очень получается. Вроде ягоды есть, что-то как-то медленно, пол 12-го. А у меня еще вторая ходка не набрана. Сегодня не получится так, как вчера. Ой, опять эти лосиные блохи налетели. Мешают. С утра так хорошо было. Прохладненько, никто не летал. Сейчас вот опять начали летать. Будут мучить, ползать по мне. Не люблю я их. Ягод немерено. Вот тут втроем собираем. Рядом друг с другом. Наполняемость быстрая. Все офигенно. Пошло дело. И место такое. Далеко туда уходит. Красиво выглядит. Как будто кто-то рассыпал целое ведро. Идет ягодник, качается, вздыхает на ходу. Ох, силушки кончаются. Сейчас я упаду. Кто ягоды собирал, тот меня поймет. 500 метров по лесу с полным рюкзаком. Это вам не с девушкой по набережной гулять. Ветки, палки, кочки, болото. А, мошки. А. Глаза лезут. Фу, почти пришел. Сегодня собрал на 11550 рублей, 2445 от коллеги и 1893 от второго коллеги. Ну вот тоже сразу поменял комбайн, и производительность сразу выросла. Сразу человек сказал, да, комбайн стоит этих денег, он себя окупает. Итог 15888. Уже нашли на завтра ягоды. Завтра поедем на соседнюю деляночку. И, ну, если будет мало, там дальше еще есть две деляночки, тоже богатенькие, хорошие. Единственное, что, возможно, их уже прошли. Ну, это как бы под вопросом, но... В общем, придется проверять в любом случае. Так, все вроде. А, ну договорились на 95 рублей за килограмм. Все, пока, до завтра.